Итак, ребята, всем привет. Сегодня я вот так подумал и решил сделать несколько таких видео. Попробуем, посмотрим, как оно зайдет, не зайдет тема. Значит, обзор карт, которые выходят у нас в свет. Потому что заходим на сайт, видим новую карту. Есть карты маленьких размеров, есть больших. Я имею в виду по файловой системе. Вот, у кого-то есть интернет, у кого-то его нет, для того, чтобы скачать, посмотреть, потому что есть много карт таких, что даже не хочется качать, будем говорить, а есть такие, что большие, вроде бы кажется большая карта, скачаю, сейчас посмотрю, скачал, в итоге там тоже ничего нет. Значит, карта называется на данный момент канадская ферма или канадская карта. Canadian Farming Map, значит, я думаю, что вы переведете это более подробно и так, без меня. Значит, что у нас есть на этой карте? Ребят, хочу сказать сразу, все карты, которые будем смотреть, они будут на самом сложном уровне, вот на высоком. Значит, у нас есть, при старте дается 15 тысяч бабла стартового, плюс техника. На это бабло, которое здесь на экране видите, не обращайте внимания, потому что это я там баловался. Значит, стартовая техника, ребят, вот видим количество какое. Есть комбайны, есть силосники, прицепы, вот сельхозинвентарь. Ну, то есть все для того, чтобы начинать полноценно развивать хозяйство, начинать, блин, так говорить. Вот даже вот есть два понша, ну это уже мое предбаня лично. Значит, вот по животным у нас, ребята, есть получается 6-7, будем говорить, видов животных. Это у нас смотрим, бляха-муха, где оно у нас находится, ёпта, животные убежали. Почему животных нет? Значит, перевод, я не знаю, какой здесь перевод, как оно переводится, ребят. Я силен в английском, в немецком, вообще там бесподобно. Вот так что, я думаю, что вы переведете сами. Значит, дефолтные животные есть. Есть два вида коров, значит, это коровы, одни взяты, ребята, ну, дефолтные. Дефолтные, как у нас идут, вот Gold Crest, а вот второй вид животных, этих, не животных именно, а именно коров, это коровы, которые взяты с этого, с платины, Platinum Edition, оттуда вот эти горбатые. Но они, я так имею, я так думаю, что они здесь дают свое отдельное молоко, и у них функции, скорее всего, наверное, разные. Может быть, что-то мясная какая-то порода, какая-то, может, молочная. Плюс добавленные, ребята, козы. Мы, в принципе, можем переместиться, где у нас это самое. Так, ферма. По продаже животных смотрим. БГГ. Давайте пробежимся где-то так вот так. В этот сторона, потому что, ну, можно было бы переместиться, есть этот триггер быстрого перемещения, но он, ребята, не работает правильно, адекватно, там вас бросает совсем другую, ну, короче, под кучу навоза вы залетаете. Где ж, а вот оно, во, ёпта, вот здесь, значит. Ну, по дефолту смотрим, да, здесь получается коровы, овцы, свиньи, и вот у нас получается вот этот второй вид коров, о котором я говорил, козы, пони. Ну, и также, если вот, смотрите, если мы нажмем вот, где у нас клавиша R-ка, то у нас здесь их получается 7 штук, 7 видов, один из видов вот. Вот тузики. Док. Док это собаки. Давайте мы возьмем.
Так, у нас... О, ровно почти 15 тысяч мы оставили на развитие. Так, значит, относительно... Что можно еще сказать относительно карты? Значит, при старте дается по 100 кубов всех зерновых. Потом, то есть дефолтные зерновые 100 кубов. Потом идут дополнительные культуры, тоже по 100 кубов. Также у нас есть 100 кубов этого компоста уже в наличии. Есть несколько на карте этих пунктов, где делается компост. Ну и вот дополнительные, говорю, дополнительные. Вот все культуры, которые, ребята, используются на этой карте. Используются, не используются, производятся, будем так говорить. Вот такая вот картейка. Значит, да, плоская она, но я думаю, что можно побегать, можно заморочиться. Так, я хотел бы, знаете, посмотреть, где там этих тузиков купили. А вот они, йоу. Йоу. Куча собак. Короче, если жрать им не будешь давать. О, мы даже, кстати, здесь можем, ребят, собирать золотишко. Так, и чё, все? А, вот еще, йоу. Ну, нифига себе, вы смотрите. Смотрите, сколько есть собачек. И они еще не взорвали этого кота. Коту, походу, повезло. Так, хоу. А здесь даже кормушка есть именно для собак, я так понимаю, да? Менюшки нет. Не будем знать, сколько собакам чего давать. Ну, лежат, походу, куски мяса, да? Мы так думаем. Наверное. Да. Да, видите? Ребрышки. Они могли бы быть, ребята, это... Ребрышки на огне, да? Или как там? Копченые ребрышки. Ну, в принципе, вот смотрите, это значит, начинаешь карьеру, покупаешь собак, и если вот только не справляешься, тебя собаки эти съедают. Так, а где у нас еще есть животные? Кстати, для старта дается уже по несколько животных. Это у нас, ребята, вот козы. Смотрим, да? Довольно-таки неплохой вариант для анимации ее пересета. Разноцветные, рыжие, белые, красные и все рогатые при этом, ребят. Пони. Ну, пони мы знаем по карте Хофбергман. Вот эти вот коровы, которые идут с платины. Вот это их отдельная ферма. И отдельная ферма для дефолтных овец. Я так думаю, что вот здесь дальше идут дефолтные свиньи. Дефолтные свиньи. И совсем уж дефолтные коровы. Вот как-то так. Вот такая, ребят, еще раз скажу, картейка. Значит, желаю всем приятной игры на этой карте. Кого она заинтересовала, качаем, заходим. Ссылочку я оставлю на сайт, на котором можно скачать эту карту под видео. Так что, ребята, всем приятной игры. Всем пока.